Я с вами, хозяин.
Ты, старушка, не утомляй себя. Все сказано, все без слов. И все мне надо сказать, Кала, иначе рай, в который я не попаду. Никогда мне не удавалось промочить тебя, разбойник.
Thank you.
всем, как я. А все, что ты, я очень рад. И ты мне не мешаешь. Заходи же, ведь время у тебя есть. Минуты две найдется, я, собственно, спешу. Ну бы никто не сказал, что это тебя привело сюда. Меня? Ничего, ничего. Я прогуливаюсь. И ничего ты не изменился. Все такой же сумасброд. Если кто сумасброд, тот таким и умрет. Я знаю всего его, знаю.
We'll be right back.
Oh!
Thank you.
ты мне поможешь, держи.
в исполнении солистов ансамбля Академии молодых оперных певцов и симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Романа Леонтьева прозвучала опера Дмитрия Кабалевского по повести Романа Роллана «Кала Брюньон». Благодарю всех музыкантов, которые выходили сегодня на эту сцену. Благодарю зрителей, которые собрались в этом зале. Благодарю зрителей, которые следили за нашей трансляцией. И, конечно, своих дорогих коллег, которые эту трансляцию подготовили и провели. Не теряйте нас, следуйте за нами.